будущее, голова, помолвка, варвара, сложность хард, напоминаю. У западного римского императора была сестра по имени Гонорея и брат по имени Трипер. После долгих лет заточения в своих покоях она приняла отчаянное решение записать Аттиле, завоевателю, письмо с просьбой жениться на ней. Возможно, она не знала, на что обрекала себя. Да, Аттила ее... Вот так Аттила подхватил гонорею, можно сказать, да? У Аттилы было предостаточно жен, но он сразу понял, что сулит ему подобный союз. Его планы внезапно поменялись. Он решил завоевывать не Восточную Римскую империю и Константинополь, а Западную и Рим. Приданое он потребовал половину нахрен Западной империи. Красава! Вот это жених! У вас товар, у нас купец. Обычно парни платят приданым. Ну, в смысле, подносят дары родителям невесты. А тут другие законы, ребята, ничего не поделать. Аттила отправил гуннов через реку Рейн и заключил союзы с другими варварскими племенами. Некоторые, например, бургунды и остготы присоединились к завоевателю, другие, например, вестготы стали противостоять ему, надеясь не искать милость Римской империи. Какая тонкая дипломатическая, конечно, игра ведется. Когда Аттила вошел в Галлию, которая теперь зовется Францией, он начал силой брать то, что и так принадлежало ему по праву помолвки с гонореей ему принадлежит месяц лечения только и все. Так, разрушьте Орлеан, разбейте Меца, разбейте бургундов с одним крестьянином. Найс. Ваши силы рассредоточены, найдите хорошее место для создания начального лагеря для защиты от волков. Среди зимы трудно найти запасы. Вы можете тягаться с технологией французов, но у вас есть численное превосходство. Бросьте ваши орды на города Галлии. Ну, понятно, короче. Ё-моё, да вы чё? Так, гуны оказались сосредоточены, должны пригруппироваться. Фиолетовая, так это разведка, значит, близко к территории фиолетовая на юге. Это бургунды, Мецу красный на севере и Великий Орлеан голубой на северо-западе. Бургунды обучают лучников, тараны и пехоту, это которые ближе к нам, да? Лучников, тараны и пехоту, но они плохо защищены, не могут выдержать ранних атак. Гунов можно легко зашить или даже склонить в сторону гунов. Да, ну какие ранние атаки? С двумя крестьянами, что ли? Мец компенсирует слабость бунгульни, армянам рыцарей метателей топоров. Его замок в близости к Орлеану, обеспечивает достаточно оборону. Орлеан обнесенный стеной город, защищенный башнями и замками. Разведка оказалась, что Западная Римская империя поставит армию Аэция, чтобы отвоевать Галлию в том регионе Рима Днем Горна, где ребенок это поймет дать в любое время. Да, классно. Это просто великолепно. Да уж не говорите. Тиме. Тета. Немножко туповатые голоса, если честно. Так, где разведка-то еще одна была? Вот она. Надо посмотреть вообще, где лучше расположиться. И здесь камень есть, и здесь камень есть. Нужно в какой-то карман залезть, наверное. И везде камень есть, короче. Давайте вот здесь. Почему здесь? Ну, здесь вот есть просто естественный источник питания, олени и все дела. Да, конечно, камня много. Можно было и сюда залезть. Вдруг здесь тоже олени дофигища. Река замерзшая. Главное сейчас не нарваться. Давайте просто начнем добывать, просто по-тихому. Просто по-тихому добывать. На мост какой-то нашел. Так, сразу мельница, вот сюда мельница, бездельница, сразу лесопилочка. Вот сюда вот. Есть еще немножечко этих ребят. А вот тут, ну, можно отгородиться, да? О, как интересно. Вот это интересно. Можно, знаете, просто сразу же замком здесь отгородиться.
Лесопилку как-то по-тупому, конечно, поставили, но ничего не сделать. Тихо, тихо, товарищ. Спокойно. Блин, хорошо, что крестьянин волку наваливает. Иначе это было бы печально. Да, вот здесь бы нам нужно замок зафигарить, если честно. Так, а как ты проходишь снизу, да? Тут нужна стена. Как вы проходите снизу, маленький? Упырята. Вот здесь вот по этой теме, да? А, ясно, начало хорошее, да. Просто шикарное. Так, ну, наверное, это бургунцы, да? Нужно было сразу вот здесь вышку ставить. Так, ну может быть мы все-таки... Ага, ясно, понятно. Здесь тоже у нас, значит... Ну да, это мы прям что-то к ним очень близко. Наверное, не самое лучшее место. Ну, давайте посмотрим тогда самое лучшее место. А что здесь у нас? Потому что, конечно, сразу воевать с ними не хочется. Слишком жестко. Хотя тут, в общем-то, эту базу можно расхреначить. Просто в касание. Но мы хотя бы видим теперь, где они. Так, давай на еду. Слушайте, может быть, нам удастся здесь за счет вышки как-то наковырять. А может и не удастся, фиг его знает. Здесь что? Еще золото. Ну тут много всего, конечно, но... Да, тут без армии никак, ребят. Видите, пристает все-таки гаденыш. Ничего, я эту вышку дострою рано или поздно, понимаете? Блин, ну нет, не получается достроить. Хорошо, давайте так. Давайте сначала. Я еще ничего не успел понять. Сразу засветился аж двоим. Ты считаешь, что не стоит так, да? Our forces are weak and scattered from recent attacks. We must regroup before we ravage the Frankish countryside. Я бы все-таки посражался здесь, мальца. Ну, как хотите. Так, сколько у нас? 5 рабочих, 5 сюда. Здесь вот вижу какого-то оленя. Еще оленя. 2 оленя, это, конечно, не еда. Ну, тут еще какие-то олени. Ладно, давайте вот тут оленеводскую нашу ферму основим. Обоснуем. Давайте так. Видимо, я слишком многого хочу от этой игры. И давайте сразу же какой-то... Ну, пока мне тут вообще никаких проблем нет. Надо сразу как-то начать его добывать, наверное, да? Я причем вот думаю именно вот таким вот способом, нахальным. Самым что ни на есть нахальным способом. Ох ты твою мать, вот что я нашел. А ну да, я же здесь как бы изначально и хотел тусить. Просто чуть дальше, да? Да, у них здесь хорошее место, конечно. Может здесь как-то за оленей побороться все-таки, а? Первое делаем грейды, 150 тысяч древесина.
тетя пошла. Так, а где у нас тут был разведчик-то? Я... Ну, помоги женщине-то. Полный лес волков. Так, работаем по хавке. Два оленя у нас есть, но этого мало. И все. Сейчас нам нужно очень долгое время. Ну, пока мы будем добывать еду, она какое-то количество камня добудет. У нас его 400. Кабаны. Тоже далековато. Ну, есть, есть. Так, господи ты, боже ты мой. Давайте сохранимся. Не знаю, насколько это хорошее место. Привет, Вов. А ты не подходи к ТЦ, я рашил двумя конями, он сдался. Почему он забывал дерево еду? Это Шамблер, привет, я дорогой. Вот берите пример Шамблера, он молодец. MST.Шамблер. Поддержал канал на 150,00 рублей и сообщает, ну, за кокон. И за борьбу за оленей. Давай, ребят, давай. Борьба за оленей идет-то у нас вовсю. Рашил конями, говоришь? А где там кони-то мои все? Вот они. Уже приперлись. Да ё-моё. Так, ну нам нужно прям по фасту. А еды нет. А он тоже сначала, да, по идее, должен начинать. Так, еще. Ну, мало-мало еды. Мало. Вот овец угоним, это хорошо. Все полезно, что в рот полезло, да? Здесь на всякий случай можно будет посражаться. Почему нельзя подходить к ТЦ? Сейчас посмотрим. Быстро здесь работаем. Вот она, еда и... Да, все правильно. Ну вот, пошли. Да, отлично вообще порашил. Попарашил. Нет, так лучше не делать, конечно. Ну, хорошо. Просто стоим здесь и охраняем кусты. Давайте, ребят. Еще немножечко. Ну, пока мы еду не добудем, как бы дальше все это дело не зайдет. К сожалению. Нет, у него достаточно лукарей уже. Ладно, хрен с ним. Мы, кстати, в одно рыло девочка добыла. Я, кстати, им сейчас тут замок возведу. Может быть, просто вот так вот зарашить замок. Ну-ка, давай. Понимаю, это, конечно, слишком нагло, но... Нам не дадут построить, наверное, его. Хотя вот здесь бы я его влупил. Безусловно. Ну вообще сначала начинать это, конечно, это перебор. А, и тут ребята пошли на нас в атаку. Да, нет, короче, их трогать не надо. Их не надо трогать просто вообще никак. Загрузимся на единичку. Я попробую все-таки зарашить замок. В ущерб экономике, конечно, безусловно, но это может мне помочь.
413. Это, конечно, дорого, но... У них много лучников. Я должен им, конечно, вломить, по идее. Мне нужно стрельбище с антилучниками. Давайте этого оленя по фасту. Да, я даже думаю, надо с леса переводить сюда, товарищей. Сохраняемся, ну тоже на единичку. Ну да, там все время контролить довольно тяжело, они сейчас будут приходить. А вот если я попробую реально прорашить замок, там мне не так много и нужно. Работаем. Оленей довольно много. И нахавку грейд уже сделан. Какие-то волки еще бегают. Так, есть, кстати, волка можно сожрать. Нет? Жаль. 504. Надо в какой-то момент, вот его будет их 650, надо просто попойти и попробовать. Все-таки вот так вот как-то обойти. Да, с едой прям беда. Я бы даже сейчас с леса просто всех собирал. И мы, если экономику не возведем, то нам все равно ГБ ВП. Так, сейчас мы их найдем. Вот где-то вот здесь вот построить замок и просто ушатать его возле еды. Как-то так. Там 556 уже. Так. Скоро пойдем. Пока собираем. 595. Не даем здесь ничего сделать. Я думаю, надо выходить уже. Где-то вот так вот аккуратно сюда. Конечно, это очень наглый раш будет, но может прокатить. 673, все, можно. Теперь одного с камня забираем обратно на еду. У нас, ну, они реально на вес золота. Эй, ну ты что, совсем оборзел, козлина? Сохранились. Перед замком на двоечку. Борзая, конечно, у меня стратегия, но... Может прокатить. Начинаем строительство. Это козлина увела у нас... Так, давай вот так. Козлина увела у нас баранов. Это, конечно, обидно, но это ничего. Ничего. Все. Он только сейчас... Они только сейчас... Нет. Слишком долго, да? А если я поувожу их немножко? Если замок достроится, то это будет ГГ. Просто вы понимаете? Так, а если я сделаю так? Загружаемся на двойку. Если мы чуть повыше это сделаем. Во-первых, так. Во-вторых, просто всех забираем оттуда. И вот как-то... Так сделаем. Прям толпой.
А вот и нашел овца обратно, давайте. Это будет жесткая, конечно, страта. Если она закатит, то это прям ГГВП. Надо просто поаккуратнее это сделать. Они не успеют, они вот реально могут не успеть. Пошел раш замка. Ну, а они просто реально огребут и все. Где там наши бараны? Их опять кто-то перехватил. Вот достали, а. Ну вот и все, ГГВП. Кстати, а давайте просто частично оставим ребят здесь. Возьмем вот так вот лукарей. Ну вот и все. Тут как бы вообще на изичах все будет сейчас. Баран, тоже идите за баранами. Все, они в жизни никогда уже не нас не обыграют здесь. Здесь вот мы тоже убьем. Ну и все, как бы. Минус товарищ. Давайте сохранимся, там мы удачно зашли на троечку. И начинаем активно. Активно развивать экономику. Так. Минус фер, минус это мельница. Так, что у нас тут есть поблизости? Давай ты будешь просто добывать здесь нямку. Они будут отбиваться, конечно, долго и мучительно, но здесь пошла еда. Еще экономики немножечко. Вот, они теперь все бабки будут тратить на то, чтобы... Так, хорошо, мой сладкий. Ну вот, осталось только вот этих ребят сейчас просто здесь принять. Так, идем сюда, делаем лучковую пилу. Я сказал, блин, с едой теперь. Давай, давай, олени, пошла еда. Блин, ну они теперь еду тут добывают, конечно, это... А если просто копейщики... Древесина и золото. Давайте, давайте рискнем. Хотя нам лучше надо было сделать тут. Конечно же. Грейт. Они сейчас очень много бабла будут тратить в лучниках. Надо сейчас просто их тут проверить везде. На предмет, да? Можно, кстати, свою эту поставить здесь. Ушли, подхарасили, ушли. Постоянно так вот мучаем врага. Ну, вот так вот, мои сладкие. Да, они тут сейчас реально лягут. А мы в это время уже экономику так нормально себе... Тихо. Так, сюда ставим их еще немножечко. Надо потихонечку на золото ребят отправлять. Вот здесь вот, я думаю, мы его легко добудем. Наша задача здесь харасить. Постоянно харасить, не давать... Не давать им тут жить вообще.
одного все-таки убили, но это уже... Это уже не суть важно. Главное не увлечься этой атакой. А, так, взяли, взяли. И давайте, знаете, что сделаем? Давайте построим один раз монастырь. Спасибо, Смолвиль. Смолвиль 13. Спасибо, поддержал канал на 200 000 рублей и сообщает на Гаврилу. Да когда смотрели с друзьями, ржали как ненормальные. Спасибо большое. Ну, надо ржать как нормальный, конечно, но и как ненормальный тоже пойдет. Так, что такое? Так, мы сейчас их просто здесь заставим сдаться. Я думаю, что наша главная задача сейчас, что снести им мейн. Да, короче, так, одного монаха и одну вот такую вот штучку, пожалуйста, сделайте. Я думаю, что гораздо проще будет убить их через эти вещи. Так, лес, еда, лес, еда. Теперь начинаем что-то подстраивать важное. Ну, давайте вот так. Да нет, нужно еще больше ресурсов захватить, конечно. Здесь мы укрепляемся, здесь мы постоянно напрягаем. Ни один лучник здесь не выживает. Люлей они хорошо отхватывают. Сейчас поедет. Поедут у нас эти ребята. Так, это сюда, ты иди. Не знаю, оленя убивай. Ну и поехали тараны. Все, отлично. Живем. Живем, хилимся. Золото пошло. Где-то здесь надо, конечно же, отправить ребят на камень. Снова прорашив замок. А, у нас же есть тарканы. Пища и золото. Золота не так много, кстати. Сейчас парочкой таранов будем сносить. Давайте парой таранов, парой тарканов. Сейчас все пойдут в атаку. Здесь мы пока держимся. Сколько стоишь? Пища древесина. Нет, ну пока... Так. Более или менее наладили процесс. У нас, кстати, появилась возможность сделать... Вы видели, да? Важные грейды. Так, ребят, ну, если что, как бы хрен вы угадали. Хрен вы угадали, господа. Давайте лукарей парочку сюда в замок. А, мы потихонечку ломаем. Ломать не строить же, да? Красные полезли уже, но-то пофигу. Зато у нас здесь будет тише благодать, вообще мир и покой. И порядок. Так, в упор. 200 пища, 200 камень. Ага, у нас теперь с лесом проблема, да, определенная. Рынок мы можем построить, наконец? Да, слава богу. Но теперь с лесом проблема. Ага, есть контакт. Если вы заплатите нам всего 500 золотых, затем построите замок в нашем городе, чтобы помочь нам обороняться. Сколько там 500 золотых, да? 500 золотых. Так, 200 пища, 200 камень. Давай, 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 есть контакт. 500 золотых, но я подумаю. Я подумаю. С другой стороны, можно будет... Мы займем союзника важного, да?
Ну, может быть, оно и к лучшему, не знаю. Да, давайте попробуем заключить с ними договор. Едем назад, едем в Магадан, у них нет центра. И нам нужно срочно собрать, зарашить, так скажем, 500 золотых. 500 золотых, это прям бежим, бежим, бежим. Это идем сюда. Рынок строится, это молодцы, мы баллистика. Древес... Нет, сейчас пока золото вообще ни на что не тратим. Сейчас все будет. Ты у этого союзника, только может он отстроится. Может он отстроится. Давайте подождем, он может отстроиться. Сейчас мы им дадим 500 золотых. Мы перед этим, конечно, сохранимся. Это важная развилка. Нам нужно понять, стоит нам с таким человеком дружить или нет. Так, ну пока ничего не... Вон, видите, они что-то там делают. Добывают, стараются. Ну, отстроятся как-нибудь уж. Ща, 500 золотых дадим. Так, цели. Бургунцы могут присоединиться к вам, если увидите, что вам нужно. До начала они хотят получить дань в 500 золотых. Ребят, чате, как считаете? Вот Альжака думает, что платить не надо. Нужно убивать. Я вот думаю, что попробовать надо все-таки заручиться поддержкой. 500 золотых это не деньги вообще, да? Дадим ему немножечко пожить. Пускай носит. Ну а вдруг что? Что у него там лучники какие-то? Что-то есть. Так. Все, есть 500 золотых. А, дань, дань, дань. Бургунцы. Эй, а что это такое? Нет, отменяю. А почему? Это налог на дань, что ли, какой-то? Да как вообще, извиняюсь, вашу мать, просто понимать? Прям убиваем? Мы рады вашему жесту, добро. Теперь, если вы построите в нашем городе, мы уверены, что вы можете верить, у вас есть 10 минут. Слышь, да и вот он, замок в вашем городе, алло. А это тебе чё? Не понимаю. Так, в указанном месте его в городе. А какое указанное место? Где флаг? Вот здесь, что ли? А, вот оно, да? Не, ну это жирно, тратить камень на этот замок. Извиньте, ребята, но я лучше заберу ваши ресурсы. Ближе к ТЦ, к бывшему ТЦ, да? Не. Я понял. Два замка и 500 золотых. Извините. Не, ребят. Так себе идея. А, поэтому... Гоу, короче, всех замочим быстренько. Так, пища древесина. Тут все отлично крутится, мутится. Тут, значит, кладка, тут баллистика, древесина, золото. Рынок. Хорошо. Тут всех перебьем. Так, давайте вот этих вот товарищей всех перехреначим, да и все. А, так, сюда, сюда. Галдишка мутится. Обратно на лес товарищ идет. Тут у нас все идет. Тут грейд на голду. Тут все хорошо. Эй, монах, блин, в синих штанах. Ку-ку. Давай, производящие здания мочить.
Вот так вот, туда их в качель. Сейчас убьем всех крестьян, они сдадутся. Не, ну реально, что-то... Ты хилишь? Нет, блядь. Так, тут всех мочим. А, там у них еще ниже что-то, да? Так, идем сюда. Идем сюда. Замок. Пара тарканов ищу. Здесь вот убиваем этого рабочего. Этот рабочий и так умирает. Так, ты подхилил, нет? А вот у них и стрельбище, да, все. Я думаю, нам так будет легче жить. Так, лучковая пила. Что нам нужно для перехода? 1000 пищи, 800 золота. Два здания замковой эпохи. Военную, наверное, мощности построим вот тут. Есть контакт. Бургунцы. Слушайте, а если я теперь поставлю им статус союзника и... Внимание, друзья, у меня вопрос. Если я... Давайте одну торговую повозку просто проверим. Просто проверим, что будет, если я ее направлю на этот рынок. Так, теперь у вас, значит, по передвижению срочно. Такая штука. Так, ну и дальше идем в разведку, ребята. Здесь, не знаю, замок нужен, не нужен вообще. Пока никто не нападает, но это, конечно, может быть ненадолго. Вон тут какие-то придурки ездят туда-сюда. Давайте проверим. Вот здесь вот какие-то... И вот здесь вот какие-то места, да? Так, теперь... Иди сюда. Что еще нужно построить? Ну, давайте конюшню, естественно. Без конюшни. Так как вообще жить на себе? Я пока не знаю, как будет у нас дела идти. Приносит золото 814. Оп, да, есть контакт. Ну давайте парочку тележек. Пускай таскают. Красиво. Так, три древесины золота пошло. На древесину надо побольше народа немножечко. Что-то не хватает нам пока усилий. В общем, мы, наверное, переведем просто здесь вот этих ребят сюда сейчас, когда они тут... Ага, вот такие вот ребята. Откуда вы прете? Мне вот тут просто интересно. Откуда вы все идете? Это конец карты, блин. Край ее. Я не знаю. Так, баллистика. Здесь ребята идут сюда, не знаю зачем. Просто ходят народ. Понимаете? Ходит непонятно, что за народ. Так. Кстати, можно здесь поставить мельницу. И мы поняли. 8 конюшни. Делаем грейд на лошадей. Надо сделать кузницу возле университета срочно. Сделать вот такой грейд. Подъемный кран однозначно. А ребят мы переведем в более укромное местечко. Куда-то вот сюда вот. И они тут будут рубить. Просто до посинения. Торговые повозки пошли. Голдишки дофига. Так, тогда... Слезть с кузницы, все понятно здесь. Починено. Здесь давайте сделаем мельницу. Пускай еду собирает в солягу, да? Так, здесь так. Грейд на здоровье попам. Грейд на луки однозначно. Я, ну, реально полюбил лучников в последнее время. Они прям рвут. Да, рынок я не снес. Я молодец.
Я молодец. И я оторву сейчас всем конец. Здесь у нас вообще отлично идет работа. Ну и давайте посмотрим. Ну, я думаю, что нужно просто... Где там у нас кто дошел? А, вот у нас разведчик есть еще один. Давай вот сюда пойдем, сходим. Есть голда, кстати, еще немножко. Еще немножко. Довольно много голды, кстати, есть. Так что все отлично. Что это было? Я не понял. Но вот здесь не знаю, ставить замок или нет. С одной стороны. Ну, типа... Так, с едой вообще тоже проблем нет никаких. Так, пошли грейды в кузнице. Раз грейд... Постоянные грейды в кузнице. Блин, я даже не знаю, что делать. Ставить здесь замок или нет. Я просто не понимаю. Да здесь не будет на нас атаки. Я практически в этом уверен. Тут что? Сейчас будем лимит собирать потихонечку. Вот хреново, откуда они приходят? Давайте сделаем грейд на 800, 1000, 1800 золота. Кстати, прямо сейчас мы делаем уже грейды. Ну... Тараны нам особо не нужны, мы будем играть через трибушеты. Еще одного священника. Давайте пока покопимся. Я же хочу... Где-то там еще был город какой-то, да? Кого нам нужно замочить? Мец и Орлеан, да? Мец и Орлеан. Угу. Просто бургундцы будут жрать ресурсы, мне кажется, проводить тупейшие атаки, которые... Которые не нужны 300 лет. Так, вы кто? Орлеан. Вы просто за рекой все тусите, да? Такие вы блатные ребята. У вас тут уже сразу и камень, тут смотрите, просто... Сейчас замычу звезды, ё-моё. Ну, все-таки хочу сюда вниз пойти. Что такое? Что случилось? Так, мосты, мосты. О, а вот баран нашел камень. Понимаете, этот не нашел камень, а баран нашел. И это очень хорошо. Так, быстренько сюда. Собирай мелкие каменные. Что, кто? Да ты офигел просто, мужик. Я так понимаю, это он нам сейчас, да? Так, тихо, спокойно. Вот еще камень, кстати. Эта скотина нам переманит. Да, тут много прям. Тут, о, ну все, шикарно, ребят. Мы гуляем, мы гуляем. Так, а где... Вообще ничего не сделать с тобой, да? Ну хорошо. Поздравляем, мужик. Ну-ка, идите сюда. Объясните этому уроду, что нехорошо переманивать. Переманивать людей, которым ты не платил. Так, ну понеслась, значит, сразу же давайте смотрим. Тут никаких грейдов, тут сразу грейд 300 пища, пища золота, тут золото закончилось, быстренько переходим куда? Где-то тут у нас еще было золото, сразу вот сюда. Тут золото, да не, ну конечно, ресурсов более чем достаточно. Сейчас наша задача будет сделать все грейды. Не знаю, кого они пошлют нам сейчас. Давайте еще одну торговую повозку, чтобы золотишко было побольше. Сделать общий грейд. Сделать обязательно вот такую штуку. 300 пища, 200 золота. Можно продавать лес уже, кстати. Вот. Делаем новые... Так, а где вы там? Где вы там рубите-то, пацаны? 300 пища, 200 древесина. Ладно.
Давайте мы, наверное, вас теперь с еды будем перенаправлять. В первую очередь, апгрейд на плуг не нужен, да? Но они будут идти сюда, все эти нехорошие люди. Есть грейд на паладинов. Дорогой, кстати, довольно-таки. Ну ничего. Так, пацаны таскают золото. Можно еще, наверное, или не надо? Или не надо? Вот это хороший вопрос. Надо или не надо? Так, ну на пилу точно надо сделать грейд. В первую очередь, конечно, на... Нет, на плуг уже не надо, да? На пилу. Так, хорошо. Пошла голда, пошел камень. Нам нужно все-таки понять, каким образом я буду вас убивать, товарищи мои дорогие. Где-то там есть. Увидел камень. Давайте пойдем сюда. Ну, тут мосты нужны, да? А что у нас тут? Какие грейды есть? А, да, блин, да что ж такое с хавкой? Прям проблема. Давай еще вот сюда вот направим. Пускай кустики пособирает немного. Вот у нас еще здесь много голды. Мы можем здесь пройти? Только по мосту, да? Один мост, второй мост. Здесь вообще халява. Ну, надо замок где-то там, конечно, возводить. Так, и что? 150 лимита, кстати. Я вообще могу ни в чем себе не отказывать. Отправлять сейчас народ на это дело. Что это такое? Так, это у нас Орлеан, да? Ну, типа, это крутой город, да, насколько я понимаю? Этот звук, что твоего юнита вражеские монахи перевербовали. Да, вот теперь понятно, куда делся мой... Да, Мец. А где же Мец-то? Что там разведка докладывает? Где он там находится, Мец? Замок поблизости к Орлеану. Ну, мы сейчас посмотрим, где этот господин... Триста пища, 200 золота. Да, прям вот с едой печаль. Надо сейчас... Надо немножечко сейчас это, поработать на еду. Давай, ты барашку пока убьешь. А, так, что у нас по монахам? Есть еще какие-то важные? Вот это очень важный грейд. И очень дешевый, кстати, что не может не радовать. 300 пищи это дорого. Пока... Для нас, поконным тем ребятам, 1300 пищи, 750 золота. Ну, это тоже просто пипец как дорого. Но тогда уж лучше сделать грейд на тараны. Давайте его сделаем. Еда вроде пошла. Где же этот долбанный Мец? Что-то я вот не совсем понимаю. Пища дорогая становится. И не совсем понимаю, почему. Вроде бы... Ага, вот он пришел. Он в гости, товарищ. Это ничего. Это все фигня. Я пытаюсь найти Мец. Что не хочется пока лезть на Орлеан, если честно. Может быть, вот здесь Мец где-то находится. Ну, пока не ясно. Так, я не знаю. Надо, короче, стену сделать. Мне кажется, что хватит уже это терпеть. Вот тут вот северную сделаю стену и все, и пошел он в жопу. Эй, эй, эй. Вот такую сделаю стену, раз. Сделаю стену, два. А то реально сейчас припрется еще. Отгородимся от этого товарища. Есть, пошло строительство. Делаем грейды, делаем грейды. Ну, Меца нету ни хрена, я не понимаю. Может, он здесь где-то? Пес его знает.
Так, здание прочное, это понятно. Тут все прекрасно. Пока не готов нападать, но я думаю, что скоро, скоро, уже очень скоро. Сколько стоит 1750 золота. Да давайте сделаем, давайте сделаем. Опа. Все, работаем. Так. А ты иди вот туда вот разведай. Я право реально не понимаю, где находится этот дурак. Еще изучаем новые технологии. Так, этого грохнули. Серьезно? Я думал, волк сейчас будет нас жрать. Это было бы уже, конечно, крайне паскудно. Что? Ну это просто наглость какая-то. Все, грохнули. Так, ну ладно, продаем тогда еще немножечко. Покупаем, точнее, пищу. Есть контакт, все. Изучаем. Вот, делаем этот последний очень важный грейд, чтобы... Так, ну вижу я. Это кто? Это мец, да? А вот они вы где. Ну все, тогда пойдем. Пойдем тогда поверху. Как вам попасть? Вот у вас замок, соответственно. Вот здесь у нас будет замес лютый. Ну и будем здесь потихонечку уже укрепляться, как-то передвигаться, да? Хавка пошла нормально уже. Где-то здесь кто-то... Давайте вот, вот сюда вот еще. Хочу проехать, посмотреть. Это было что? Это был камень. Это был камень. Где-то здесь я видел еще много камня. Вот здесь. Да камня уже и так достаточно на самом деле. Я думаю, что просто мы сейчас возьмем свободных пацанов наших. Угу. Ясно. В целом все понятно. Короче, надо аккуратно просто пройти здесь, поставить замок. Трибушеты-то я уже... А, я... да, я могу делать трибушеты. Все, поехали. Значит, еще пара монахов. Начинаем штамповать этих ребят. Кстати, по золоту-то проблема у нас определенная, да? С едой стало полегче, кстати. Что не может не радовать. Давайте по золоту еще больше народу. Вот блин, как же к тебе подойти-то? Они не нападают, это конечно очень радует. Потому что если бы напали, я бы сейчас имел бледный вид, макаронную походку. А так, последние грейды мы вшатываем. Стена. Вот так вот. А то ишь ты, повадились. Ну хорошо, так. Раз, два, три тараны. Хорошо. Лучники пошли. Давайте прям все на золото. Нужно больше народа теперь на золото. Здесь четверых хватит. И давайте четырьмя будем. Ага, понятно. Ну, кстати, эти им легко надают. Может быть, подерешься? Тут как бы это наших бьют, если что. Уменьшили мне немножко крестьян, но я надеюсь, что... Ну, слава богу, хоть какая-то движуха началась. Так, от таранов отвалить, они нам еще пригодятся. Раз, два, три, четыре. Вот еще камень есть, кстати. Отлично. Это хорошо. Теперь
где там еще у нас монах? Иди хиль. Так, втроем. Сейчас мы всей этой брашкой будем уже передвигаться потихонечку, полигонечку, да? Золото крутится как может, кадилы мутятся. Вот тут мы, наверное, обосновим свой замок. И все-таки я хочу товарищам одним разведать. Как-то нужно вот аккуратно пройти. А тут идти-то совсем близко. Ну, сейчас все будет. Так. Сейчас аккуратненько сделаем такие штучки. Это уже не нужно. Ага, вот он замок. Все вижу, все понимаю. Два замка. Ну, то есть вот здесь вот можно будет как-то, знаете, аккуратно сразу... А, у них тут вот город, да? Ну, отлично. Ставим два замка просто на халяву. Давайте вот эту вот вышку херанем. На всякий случай. Сейчас будем перемещаться. Нам нужно быстро эту вышку загномить. Все. Ой, сейчас такой спам пойдет, ребят. Вы даже не представляете себе. Что? Это элитные кони, ребята. Вы кого? Кого дуэль? Со мной давай дуэль. Метатели топоров сраные. Все, 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 все. Ретрит. До свидос. Атос и Портос. Пошел под хил, очень тайтово играем. Так, ну все, надо передвигаться. Сохраняемся сейчас и пойдем заниматься делами. Смотрите, смотрите, смотрите. Ну-ка, кони! Я в вас столько бабла вложил. Скажите этим пацанам. Можно переманить даже парочку. Что-то рейндж какой-то низкий у вас. Все. Больше не будете озорничать? Ах вы проказники. Хильте, товарищи, попы. Что ж такое-то? Все, побросались топорами маленькие упыри. Все, ладно, теперь пойдемте строить замки. Значит, замок. Раз. Сюда идем так, сюда идем так. Так, сюда все на выход. Так, сюда идут, сюда идут. Так, так, так. Красиво, ребята. Сейчас такое начнется. Они себе даже представить не могут, какое. Так, надо сохраниться, кстати. На пятерочку. А то вдруг нас сейчас пробреют. Чем больше покупаешь ресурса, тем больше он дорожает. Понял. Спасибо. Так, уважаемые лучники, ну-ка объясните этим упырям. Раз, два, три. Вот так вот, а вы думали. Так. Попы лечат. О! О! Вы вообще кто? Вот это внезапно, конечно, было. Вот это было внезапно. Знаете, это прям немножечко огорчило.
Ладно, сейчас мы решим быстренько вопрос. Все? Есть контакт? Эй, на золоте-то не трогайте людей, сволочи! Смотрите, атаку прям дерзкую проводят, ничего не сделать. Тут у нас два замка, тут у нас добрый вечер. Так, тут у нас так, тут у нас так, тут у нас ребята пошли с таранами разобраться быстренько. А, так, здесь у нас... Так, вот так. Здесь у нас вот так, вот так. Здесь так. Воюем на два фронта, ребята. Воюем на два фронта. Отвалите от замка, сволочи. Да, вот это месиво вообще. Вот это замес. Так. Так. Здесь отбились. Здесь отбились. Здесь пара требушей. Здесь пара требушей. А тут у нас как бы был замок и нет замка. Да, был пацан и нет пацана. Я им этого, конечно, не прощу. Это паскудство высшей степени. Так, во-первых, давайте еще одну конюшню. А золота-то нет. Вот это да! Вот это кайф! Так, минус-минус. Так, ребята. Зачем я священников сюда засадил, я не знаю. Так, отбиваемся здесь. Вообще, конечно, атака получилась неприятная для меня. Так, пацанам, значит, здесь отбились, здесь отбились. Надо сейчас каким-то образом сюда. Здесь минус. Так, быстренько. Засеялись. Да, вот тут может быть даже и три замка нужно было, да? Так, тихо. Так. Начинаем потихонечку добывать золото. Начинаем продавать. Где рынок? Продавать еду. Ё-моё, просто жесть какая-то. Так, заказываем коней. Не, ну я просто не увидел, конечно, этого безобразия. Давайте заново. Загружаемся. Ну вот просто... поддержал канал как... на 65.00 рублей и сообщает Олег. Ты помнишь про пари? Послезавтра будем взвешиваться. Ой, ну да. Именно поэтому сегодня хряпну пивка, ребят. Скажу честно, хряпну пивка. Так, идем сюда. Здесь, понимаете, еще да, на этих поперли. Отстреливаем.
Просто не ожидал такого, понимаете? Такого паскудства я не ожидал от соперника. Очень много народу полегло. Блин, что делать? Надо как-то грамотно подраться здесь. А, тут уже и так слишком много. Что такое? Почему я не могу в замок? Почему не могу залезть? Это баг. Ребят, это баг. Это баг. Блин, привет. Так рад тебя видеть на стриме, на самом деле. У меня тут просто люто замес идет. Я очень неудачное время выбрал для начала войны. Просто, понимаете, я прихожу, а меня тут вот что. Пацаны пока придут, это ж просто миллион лет пройдет. Жуть какая-то. Блин, ну вот просто... Это просто печаль. Давай, давай, пацаны, давай. Надо отбиться в любой ценой. Убиваем здесь. Вроде все, отковырялись. Просто жесть какая-то. А здесь нам в это время ломают кабины. Так, быстренько, так, тут быстренько конюшню. Вот это называется... Вот это называется поиграно, блин. Так, бежать, быстренько построй конюшню. Ладно, мы еще один-то замок построим, если что. Ладно, мы тебе этого никогда не забудем, сволочь. Но, может быть, это не худший вариант, кстати. Так, быстренько идем и строим еще один замок. Взамен этому. Хотя бы тут я ничего не потерял. Давайте сохранимся. Ну, в смысле, конечно, потерял. Привет из Омска. Привет и Омску тоже из Ростова. Я, конечно, здесь много чего потерял, но, по крайней мере, знаете... Атаку отбил, тут отбил. Тютя, блин, быстро все на замок. Да господи, ты сдохнешь или нет, скотина. Так, быстро, дозор. Отойдем немножечко. Отойдем чуть-чуть. Ну, наконец-то пошла нормальная стрельба. Сейчас требушета пока не делаем. Нужно достроить еще один замок. Вот это веселуха. Вот это движение. Вот это, конечно, мне нравится. Так, золото кончилось. Быстренько сюда. Я не понимаю, почему у него... Все, он полный, что ли? Я не понимаю.
Иди сюда, козлина. Давайте, наверное, пару требушей сюда сразу. Отошли. Отошли в хил. Все, есть второй замок. Шикарно. Так. Фуф, это было жестко. Я так и не понял, честно говоря, откуда они туда ко мне пришли. Но ладно, фиг с ним. Надеюсь, второго такого прибытия не будет, иначе я его не переживу. Так, быстренько на девяточку эту штуку. Так, быстренько убиваем здесь, убиваем здесь. Это кто нам расхреначил его? Надо, короче, по замку пострелять. Первая наша задача. Недостаточно золота. У нас уже проблемы определенные. Очень много народу. Очень много народу. Это, конечно... Да, блин, ё-моё! Так, загружаемся. Недооцениваю я здесь, конечно, эту силу этих ребят. Так, 8. Блин, он все-таки обратил. Вот ублюдок, а. Так, ребят, давайте строим, может даже и третий замок. Я думаю, что тут и третьего замка надо. Можно захреначить. Вашу мать, а! Вот сюда. Твою медь, а! Короче, расстрелы прям жесткие. Прям жесткие. Я думал, у меня все так здорово. Привет, привет, History, привет. Извиняюсь, это просто какое-то издевательство. Так, идем сюда. Надо как-то всех свободных ребят перевести. Быстро вы сюда. Давайте сейчас без войны, ребят. Без войны. Я понял, что нам сейчас реально надирают жопы. Где? Выдвинулась группа в полосатых купальниках. Выйдете сюда. Сохранились. Какое-то время хотя бы мы... Какое-то время мы хотя бы это, ну, без войны. Без войны. Надо сейчас просто раздолбить замок по-быренькому, прям вот с атаки требушетов. Так, замок номер 2. Блин, вы что стоите? Все сюда, все прям. Нам нужна вся ваша брашка для того, чтобы... Кладка, все, короче, делаем. Жуть! А я такой расслабленный, знаете. А у нас на самом деле еще ресурсов дофига нас. Просто мы можем сколько угодно. Еды много, однако надо все продавать, короче. Вот это все добро нужно продавать. Теперь стрельбище тут же сразу воздвигли. Сейчас.
Сохраняемся. Ну, я не знаю. Ладно, давайте не будем сохраняться, потому что может не прокатить. Мы пока просто на тараны пойдем в атаку. И здесь отбиваем, и здесь отбиваем. Моя задача просто разгрохать этот дурацкий замок. Еще один замок вот здесь сразу же зафигарит. Есть контакт. Вот так, ублюдки. Кто тут у нас еще есть? Вот, а вот теперь мы с вами поговорим, конечно. Делаем еще один замок. Все равно у нас ресурса дофига. Так. И пойдем в атаку сюда. Найс. Найс. Последний этот несчастный. Так, где мой монастырь? Монастырь жив. Ё-моё, все на золото. А нет, уже золото это уже не нужно особо. Да ничего уже не нужно, Бонич. Хорош, все прекрасно. Убираем. Замок пошел, эти ребята пошли. Еще лучники. Куда вы, болезные, блин? Куда вы, болезные? Так, еще немножечко этих ребят. Выезжаем сюда. Не нужно было лезть на них. Четенько, четенько работаем, да, ребята? Это вам не мелочь по карманам тырить. Так, давайте поповник. Поповник один построим вот здесь. Вычините сюда. Смотрите, кого пустили. Вот сволочи маленькие. Надо расхреначить этот монастырь дурацкий уже. Отойди сюда. Работаем, работаем, работаем. Все хорошо. Все, батюшка. Получи люлей. Вот достал, ублюдок, а. Так, убейте же уже его, а, пожалуйста. Есть минус. Давай достраивай. Этот минус.
Так, ну да, короче, что-то делать с этими монахами, они просто достают, реально. Вынесли уже все мозги. Держимся, держимся, пацаны. Минус, минус, минус. Смотрим, где тут кто. Надо убить всех рабочих. Так, где-то здесь были попы. Тебе и сарфасус. Давай я тоже так могу, чувак. Я тоже так могу, дорогой. Думаешь, я так не умею? Так, теперь иди сюда. Фуф. Ну, вроде все. Вроде все самое опасное осталось позади, да? Раз. Два. Надо быстро разгрохать товарищей. Здесь прекрасно работается. Ага, вот они приехали еще с новым этим товарищем. Добрый вечер. Вот здесь вот рыцарь у нас будет на харасе. Здесь надо всех грохнуть. Так, теперь давайте не будем особо лезть. Я понимаю, что сейчас всех на замок. На замок тащим. Вытащим всех на замок. Тут их всех благополучно расстреляют. Вот так вот. Отлично заходит. Отлично. Так, а мы тем временем всех вот здесь, вот ты вот тут аннигилируешь. Нужно быстро это все сделать. Что... А, вот он. Вижу, вижу, маленький. Всех сломали? Мы вам сейчас сломаем жизнь, ублюдки. Так. Так, конница. Попы чинят, лечат. Еще пара попов. Вот это пошел мультитаск, да, ребята? Вот это пошел мультитаск. Вот это называется челлендж. Так, тут лучников овер до хренилиард. Вы хиляйте тут. Вы убейте тут. Тут никого не осталось, да? Вот, тебя надо быстренько тоже разгрохать. Ну вот они теперь по одному будут ехать, фиг с ними. Тоже никого нельзя оставить. Всех. Всех убить, всех зарезать. Убедиться, что никого тоже здесь нет. Ни одного крестьяшки сраного. Все четенько работаем. Отошли, есть. Товарищи сдались. Молодцом. Отличная атака, кстати. Я прям собой горжусь. Я прям собой горжусь, ребята. Так, это сюда. Это сюда. Это в подхил. Так, где у нас тут? Идем ли сюда? Нет, ладно. Вы подхиливаете здесь, а вы, наверное... Так, нет, нет. Так, да-да-да-да. Вы вот сюда вот на золотишечку. Еще один рудник. Вот единственная проблема, это золото может быть. Куда ты вылез? Какой дуэль? Со мной давай дуэль. Выхиливается, вычинивается. Так, сохранились. Удачно. На восьмерочку. Фуф. Дожимаю уже их. Сейчас дожмем.
Тут все прекрасно. А мы, кстати... Так, ладно, фиг с ними. Здесь будет жесткий минус. Ну и мы начинаем атаку. Атаку, атаку. Сюда, сюда. Надо кон... У них очень много конницы, кстати. Давайте вот сюда вот выйдем. Разгрохаем так. Есть еще кто? Ага. Всем работать, никому не халявить. Так. Блин, да, вот я не доглядел на секундочку. Ладно, давайте разгрохаем тут. Вот это жесть! Вот это веселуха! Так, минус, минус. Заходим, заходим. Заходим. Отлично. Давай, 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 давай. Заезжай, ребят. Заезжай, заезжай. Быстренько, быстренько. Блин, как же жестко я играю. Просто любатя вообще. Так, быстренько заехали. А вот у нас и командный центр. Можно было, кстати, тараны или на них послать. Ну ладно. Вот так вот. Еее. Несокрушимый Банила. Это не Атила, ребята. Это что-то пострашнее. Что, ребят, добывайте здесь, да? Ну, удачи. Добывайте, добывайте. Бог в помощь, как говорится. Бог в помощь. Так, сюда едем, сюда едем. А, еще немножко попов. Как дела? Как сами? Мы тут к вам в гости пришли немножечко. Западная, вы сожгли наш, ваш последний город. Вы сожгли ваш последний город? Нет, мы сожгли ваш последний город, ребят. Попрошу ничего не путать. Запишите в протокол. Еще не один сожжем. А вы думали? Блин, какие же лучники клевые. Я просто тащусь с ними. Заезжаем поближе. А давайте еще, наверное, из девяточки. Где-то здесь же была эта хрень моя. Нет, не было. Давайте вот так вот сделаем. Просто здесь уже, когда прорвались, тараны гораздо быстрее все делают. Вы, мать вашу, вообще кто? Вы, мать вашу, вообще, кто такие? Ладно, поконтролить хотите? Давайте поконтролим. Ёк-макарёк, что-то вас многовато! Что-то вас многовато! Нет, карный бабай! Ни хрена себе! Ретрит, ретрит.
Ретрит, гайс. Ну-ну. Чё? С замками нашими хотите поговорить? Ну давайте поговорим. И чё? И чё? Так, золота нет вообще. Ну вот так вот, если мы сделаем. Ну-ну. Удачи всем. Так, а чё у нас по золоту? Почему его так мало? Ну, может, потому что оно закончилось, Бонь. Оно имеет свойство иногда заканчиваться. Так, а что, где больше нету, да, вообще? Так вот же оно, ребята. Вот же халява. Ладно, мы подождем. Что-то вообще за орды были, я не понял. О, продать хавку можно очень задорого. Ой, ну шикарно, я снова богат. Ну что там? Все? Успокоились, блин? Все, теперь пошли обратно захватывать. А то ишь-то оборзели, блин. Так, ну что, трибушета наши перебили. Ну вообще, ну ни стыда, ни совести у людей. Придется вас этими мочить. Да куда ж вы? Сколько вас? Господа, кто-нибудь скажет, что вообще происходит? Почему их так много и... Это какая-то, по-моему, фигня происходит сейчас. Я, конечно, понимаю, но... Нет, я все понимаю. Отличный сюрприз. У меня несколько вопросов. Несколько, всего несколько, ребят. Во-первых, ну давайте. Ладно, я им тоже сюрприз устрою. Знаете, я тоже люблю сюрпризы. Идите сюда. Я тоже люблю сюрпризы, честно скажу. Просто страсть, как обожаю сюрпризы. Ну, может быть, начнем захиливать народ? Вот, обожаю. Поэтому сейчас я тоже им один сюрприз. Маленький такой. Приготовил. Называется Rush замками. Так, золото пошло в кассу. Давайте еще немножечко вот сюда вот народа накидаем. Есть еще у нас крестьяне не занятые. Ну что там, подкрепление закончилось. Давайте сходим конем посмотрим. А то оно просто какое-то издевательство. Ну-ка, конь. Так, это вся ваша подкрепа. А, это вы грамотно, ребята, решили сходить. Это интересный метод ведения дискуссии. Так, короче. Может, пойдете уже? Не, ну это просто паскудство, ребят. Это, извините, это просто паскудство. Так, раз. Два. Хорошо. Вы нас в дверь, мы, соответственно, в ворота. Так, идем сюда. А, уважаемые попы, вы что-то обленились, нет? Я вам сейчас тут устрою, блин, репрессии. Какого хрена вы не чините, пацанов? Ладно, что, сейчас мы аванпостик сделаем один, штучка. Сюда так. Все на строительство коммунизма. Ты тоже на строительство коммунизма.
Слава богу, вы начали лечить. Ну, это просто какое-то счастье в вашем доме. И в нашем тоже. Мы безмерно, так сказать. Ты кто такой, ублюдок? Чтобы против паладина переть. Ну чё, римские собаки? Надо конюшню вот эту просто убить. Вашу мать, да сколько же вас? У меня вот один вопрос, просто такой. Ой, ё-моё, так, тихо стоять. Нам нужно достроить эту хрень. Нам нужно достроить эту хрень обязательно. Все? Победа? Или чё? Ага. Римская армия минус. Ну, теперь можно понаглее немножко. Так, давайте сначала вот эти вот конюшни все-таки я очень хочу. Очень хочу конюшни один раз. Царица. Так, вы идете сюда, вы идете сюда. Вы развлекаетесь по полной, ребят, вообще ни в чем себе не отказывайте. Может быть, вы подеретесь? Так, для разнообразия. Давайте еще один замок. Я сказал, будет раш замками. А вашу хрень я все-таки размажу, блин, по стенке. Монахи чинить. Эти сюда. Эта хрень сюда. Ну как дела? Нравится, когда к вам тоже в гости приезжают? Так, ну давайте пару трибушетов сюда. Ну все, ребята. Мы все-таки это сделали. Не скажу, что было легко. Мягко говоря, было нелегко. Но мы как-то так на креативе и бешено микро прям. Затащили эту катку. Вот и все. Все, ребята, теперь гоу развлекаться. Развлекушечки начинаются. Значит, сразу сюда. Сразу вот сюда. Я сказал, будет замок. Замка. А у нас больше нет камня. Ну ладно. Идем сюда. Идем сюда. Разрушаем ворота. Давай, гуляй, басота. Ну где? Где эти упыри? Так, вот мне нравится вот эта башня. Так, есть, все убиваем. С камнем прям вот. Смотрите. Смотрите, вы кто? Вы как вообще посмели? Здесь что-то добывать. Пошел и разобрался. Герцог Ричард Плюгавый. Так. Так, идемте сюда, переход. Просто разутюжили все нахрен. Так, Ричард Плюгава, ты выехал, да? За этими непотребными ребятами. Продаем нямку. Отлично, это здорово. Кстати, а чё бы камень не подобывать? Ну, так, для разнообразия. Я же обещал раш замками, а тут какой-то не рашистый раш получается. Так, сюда идем. Давайте вот сюда выезжаем. Ричард, где эти сволочи спрятались? Найти!
Найти и наказать через мамбо-ямбу, желательно. Разведчиков по карте. Есть пустить разведчиков по карте. Так, минус-минус. Вот и все. Так, тут ворота разбиваем. Вот он, разведчик. Все, ребят, ну... Я удовлетворен. Ревенж состоялся. О, молодцы. Это хорошая идея. Сейчас мы вам даже поможем тут немножечко. Сейчас мы вам поможем подобывать. Обещаю. Так, сюда. Сюда. Ой, как здорово стрелять в коника, когда он одинок. Одинокий бродяга любви. Так, ты идешь сюда. Вы добиваетесь здесь. Ты ищешь сбежавших крестов. Вам ставим атаку и вот просто разутюжьте всю местность. Что ворота у них супер крепкие, да? Минус-минус. О, здравствуйте, у вас тут новый город. Ну, это здорово, это радует нас. Обожаю осваивать новые территории. Здравствуйте. Давайте еще вот так немножечко сделаем. Смотрите, вот они, два труса, да? Все, победа. Два труса спрятались в замке и пересидели вообще всю катаклизму там. Победа! Ну что вы нам скажете? Свои жалкие оправдания. Старый священник повесил голову, вспоминая о том, что случилось дальше. Я видел, как сильно тяготит его бремя воспоминаний. Так... Аттила не остановился бы ни перед чем, лишь бы добраться до невесты Гонореи и завладеть Римской империей. То, что он сотворил с Галлией, было доселе неслыханным. Да, это вам не в песочнице играться со всякими там саладинами. Людей пытали, их тела разрывали на части дикими лошадьми и давили повозками. Части тел продолжали. Чего там, гнить бы всех на виду, и останки пожирали собаки. Ну, все, нормальная ситуация, как у нас на районе. Головы на пиках стояли от Галлии до самого Дуная, откуда пришли гунны. С тех пор, как Аттила увидел стены Константинополя, он много узнал об осадах. Поэтому сейчас гунны осадили Орлеан. Гунны засадили Орлеану. Когда гунны приступили к своему подломному делу, на горизонте появилось облако пыли. Прибыл Эци! Человек с именем, которое обречено на поражение. И римская армия. Так. И что делать? Ну, по крайней мере, что делать, мы точно узнаем в следующей серии. Каталуанские поля. Так называется следующая миссия. Но это уже будет позже, потому что сейчас, ребята, я иду собирать вещи, перекушу, соберу вещи и буду готовиться к отъезду в БЛГ. Откуда, надеюсь, будут репортажи. Ну, в общем, много всего интересного. Так что следите, в частности, за моей инстой, за социальными сетями вообще. Буду по возможности на стори выкладывать. Ну, все. На этом большое спасибо, господа и дамы. До новых встреч. Сегодня, может быть, еще поиграем в машинки, но это не точно. Если успею, все дела попеределывать. Все, спасибо одноклассникам, Гудгейму, Ютубу, Твичу. Всем спасибо, все способны. Встретимся тогда через неделю, потому что около недели где-то я буду в Белгороде плюс-минус. Потом еще дела. Короче, да, стримы возобновятся через неделю. Но, может быть, вечером еще, напоминаю, будут машинки.